Итак, дорогие друзья, в этом курсе мы с вами, 23-м, пропишем настройки Redis. Прежде чем их прописать, надо сделать много действий. Посмотрите в курсе. Короче, Redis – это база данных в оперативной памяти сервера или компьютера. Обрабатывает десятки тысяч запросов за доли секунды. В Redis мы будем делать подписку-отписку. Значит, прежде чем прописать настройки, мы с вами сделали следующее. Во-первых, установили сам Redis. Установили Redis-сервер. Установили привязки Python. Проверили. Ну и еще кучу работы я оставил и вам, потому что не все же делать. Познакомиться с командами. В интернете очень много инструкций по быстрому старту посмотреть. И разберитесь, главное, с файлом настроек Redis. Там сложного ничего нету. Моя основная задача была настроить Redis для Django 2. То есть то, что нам надо, то работает. Потому что Redis можно изучать совершенно отдельно. Это очень большая тема. Это не входит сейчас в наши уроки. Ну, и будем говорить так, он совсем не сложный. А мы будем при помощи Redis писать код и писать отписку, подписку. Для тех, кто начал с этого видео, начало обучения Python на сайте spb Python и Django spb-tut.ru. Посмотрите, хотите ссылку, хотите стать программистом, читайте. Здесь я для вас собрал важные материалы для того, чтобы ответить себе на кучу вопросов и начать программировать. Спасибо, все получится.